Я среди... Опять Марфушенька, душенька. Природная красота опять. С тренировки это видно, но это прям каждый раз это такое блаженство, когда выходишь с тренировки, когда она грамотная, под присмотром инструктора. Вот. Это все просто класс. Что болело, перестает болеть. У меня сильно болела спина. Я переживала, что я в этот раз не успела съездить до занятий. Костоправы, я вам рассказывала, мы же ездим периодически. Не успела. Вот. У меня прошла спина. Сначала я думала, мне кажется, от занятий. Кто бы мог подумать. Вроде там что-то в тренажерном, да, это... Портишь. Портишь силовые нагрузки. Нет, у меня спина, а ну, зрители, знаете, наверное, спина иногда болит, да, она у всех, у кого-то поменьше, у кого-то побольше, иногда у меня прям вообще она болела и очень сильно, прям очень. Сейчас у меня, да, мне уже не кажется, у меня спина перестала болеть вообще, вообще. Вот вам и пожалуйста. И вроде так думаешь, ну какие еще тренировки, да, и так доползти бы до кровати. Нет, от тренировок. Чувствуешь себя намного лучше. Я уж не говорю, как меняется фигура. Как все вот это вот. Ну, здесь-то нет жиров. А где подтягивается, где уходит. Не везде он уходит. Прям так быстро. Ну, мне уже и не надо много. Но прям рельеф. Рельеф тела очень меняется. Это, конечно, радует. Ну, просто приятно. Жара. Середина апреля. Жара. Мы должны, у нас еще снег должен быть лежать. Вот. Но... Ненормальная жара, как бы потом в мае, в июне. В мае и июне все не вышло боком. Прям у нас уже в футболках, это я прям пугаюсь. Ну, потому что, говорю, для нас это ненормально. Апрель все-таки. Не лето, чтобы раздеться до футболок, хотя прям и ветра нет холодного. И ветер даже прям все как лето. Но сюрприз потом будет все-таки, наверное. Иду домой, привезла мясо, козлятины, мяско с ребрышками. Хотела тушить, с утра достала там в деревне из морозиловки. Вот, а здесь перед тренировкой выходить, думаю, я как всегда делаю, я ставлю мясо, обжарю его водичкой, залью, оно тушится, я ухожу на тренировку, прихожу и доделываю там лук, морковку, все. Оно замороженное. И не стал, думаю, нафиг. И я так обрадовалась. Мне так и готовить не хотелось. Убрала его обратно. Будем доедать, что есть в холодильнике. Халуми там есть, сыр размороженный. Несколько кусочков курочки. Сегодня доедим. Ничего, кому с яйцами, кому как. А завтра уже и мясо оттает. И желание будет приготовить, я надеюсь. Не у меня так бабушка дома будет. Сегодня она на работе. Поскольку нам сегодня нечего есть, ну как нечего есть, доеданием там того в холодильнике, да? Мне одной я все яйца пожарила, я наелась бы. Все, прекрасно. Но тут же их много, они все приходят и приходят, да? А я накладаю и накладаю. Вот, я решила сегодня сделать, скажу, и разденусь. Я сегодня, ну, решила сделать с тунцом, очень даже полезно. После тренировочки здесь белок. Вот. Ну, и сюда еще нужно айсберг, салат. Ну, хоть пекинскую, хоть что-нибудь. Я это зашла, у нас магнит в доме прям. Вот, купила тунец. Капусты не было никакой, ну, только простая капуста. Я обошла этот прилавок несколько раз. Ходила кругом, думаю, ну, мало ли, может, она появится. Ну, тогда сейчас буду мешать тунец, вот эти две банки, лук. Горошек у меня есть, еще тоже запихну. И яиц сейчас наварю. Яйца наши, деревенские. Все, и в этом же маслице, без всяких майонеза, без всякой сметаны. Ну, такой салатик. Тут есть у бабушки всякие закуски, ну, солености, консерванты, я имею в виду. Полно. Можно было и то открыть, ну, ладно уж я купила. Что-то мне сегодня салатика такого захотелось. Яйца наши, это ликбары, мараны и доминанты. Вот это тоже ликбар. Угу. Когда птица взрослая, прям такое яйцо становится уже нормальное.
когда они молодые, там, допустим, им до года год, мелкое яйцо прям не нравится, не хочется, а потом уже становится нормальным. Ну, и летом, конечно, сейчас начнут нестись лучше, яйцо тоже будет меньше. А так красиво, некоторые люди покупают, ой, так радуются, ой, надо же, ну, фок, замотал, ну вот, наконец-то, чё вот, мечется все. Ой, как красиво, яйца-то какие красивые, и такие, и голубые, вон, красить не надо, эти, какой цвет, коричневый, малина, господи, я забыла, моя голова думает, быстрее надо есть, а тут еще яйца будут пока вариться, вот. Ну, и еще купила такие важные покупки. Арахис хотелось. Иногда так хочется, так припрёт прям. Пожарить его немножечко. Ну, не немножечко, нормально пожарить. Ну, половинку сначала пожарю, это мне на несколько дней, потому что то мне на тренировку я не успеваю его поесть, то еще что, куда я ухожу. Вот. Это не на один раз. Здесь побольше килограмма немножко. Немножко побольше килограмма. Вот. Знаете, как иногда хочется? Прям как приспичит, прям именно арахиса вообще. Что-то мне нравится. Вот купила. Завтра, наверное, не успею пожарить. Завтра мне на ногти. Завтра мне на ногти, а послезавтра опять тренажерный. У меня, видите, тренажерный еще куда-нибудь. Вот. Вот такие у нас дела. А тут бабушка купила огурец. Но она собралась завтра делать окрошку. Сейчас она на работе сегодня. Завтра окрошку. Я думаю, может, мне в салатик-то, да? Пол огурчика, а завтра мы купим огурцы. Да, что-то я не додумалась-то в магните. Капусты нет. Как угодно. Причем здесь прям нет какого-то рецепта. Ну, там по рецепту там айсберг, да? То нет, яйцо, не знаю, что еще. Огурец, по-моему, да, огурец, может быть, и есть. А я и из того, что есть дома. И не переживаю. Вот горошек есть, смотри, банка стоит. Ну, значит, я его сюда забабахаю. А что он не испортит? К яйцам. К этому. Да, я огурчик добавлю. Прям, да, придумала я. Из чего собрать салат. Без проблем. Так, пока варятся яйца. Пересыпала в контейнер. Не помещается, потому что, чтобы перемешать. Так, нужно было подразмять. Жидкость я вылила. Ладно, что тут подразмять. Буду мешать, и перемешается все. И последнее, обязательно, очень сейчас хочется зелени, да, прям распирает на зелень. Салатик очень даже легкий, он не сытный, не жирный, ну прям вообще вкуснятинка. И достаем халуми и прям совсем немножечко. А вот он как раз очень сытный, много и не надо. Меряем с Рафаэлем кроссовки. Вот этот новый. И вот они одинаковые, только здесь полоска. Ну, здесь белый цвет, а там серый. Ну, с белым понаряднее, да? Пока они чистые. А эти какие-то большие, Рафаэля? С серыми, да? Тут что-то это выпирает. А ты туда где? Кто? Ты туда залез и не вытащил что-то изнутри? А, тут это в подушку. Что в подушку? Вот стенка, посмотрите. Ну, это не брак, это вот под эту вот выемку. Пухлая такая стелька. Ну, тогда еще будем смотреть. Мне вот эти нравятся маленькие. Какие? Так ты говоришь, там подушка плохая. Может, другие посмотрю, точно такие же. Ну, мне тоже эти нравятся. Вот эти вот нормальные.
Ну-ка, подзатяни немножко шнурки. На этих. Мне кажется, какие-то они широкие. Нет, здесь, видишь, носы у них разные. Я говорю, они одинаковые. У тех носы шире, чем у этих. А, не забыть бы. Там на улице сейчас сено на выгул сразу положить козам. Я всегда так делаю на ночь, чтобы с утра не занимать время, не тратить время. Сейчас пойду положу там. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.